الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوات. Сегодня мы с вами берем предпоследнюю букву из тех букв, которые есть в арабском алфавите. И по форме она напоминает уже букву, которую мы брали, как буква «даль», только у нас есть одно «но» — это наличие точки над буквой. Как и «даль», она пишется всегда на строчке, имеет две формы, да, так как не соединяется с последующей, поэтому она или имеет соединительную линию с предыдущей, или не имеет. С последующей так она никогда не соединяется. И точечка пишется как бы по окончанию верхней части. С согласовками это будет, или название буквы, это даль, да, то есть такая буква ав. На сукуне мы слышим звук, это не ав, да, то есть слышим и звук, с согласовками да, ви, ду, да, ви, ду. Бывает ошибка, говорит зазизу или зазизу, какой-то или насильный, или назай. Да нет, да. То есть этот звук такой, ну, как бы без софира, да, без вот этого лишнего, как звона, да, такого. Значит, буква мягкая. И прочитаю вам примеры. Ив, муз, худ, руз, зуб, зуку, зару, мунзу. Смотрите, вот с буквой нун, отличие, что нун не соединяется, вернее, нун соединяется, а даль не соединяется, да, и нун как бы здесь чуть поменьше. Не очень похоже, часто их путают. Изну, базлю, викру, зигну, захаба, или захабу, мазхабу, захала, يذهلوا بذل يبذلوا أذهب يذهبوا. Итак, это примеры. Проследите их закономерность, как они пишутся, эти буквы. Или в данном случае эта буква у нас предпоследняя. Тоже буква, которая последняя из тех, которые не соединяются с последующей буквой. На этом будем прощаться. Если есть вопросы, пишите, поддержите. Буду рада этому. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ля илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.